Это пиздец, ребята. Сейчас его расскажу о такой охуенной хуйне, как он Flight, блять. Это просто настолько пиздец, что нельзя поверить, что это существует. Это, блядь, это нахуй такой пиздец, блядь. Я впервые узнал где-то 2 года назад, или когда сразу первые были сообщения в новостях, что такая хуйня появилась, блядь. Вы посмотрите, она работает 720p, блядь. Это ж пиздец, блядь. Она же вот, я даже в Камтазию не влезает. Это работает, блядь, играть можно во все игры онлайн, прямо в облаке. Пиздец, и смотрю, что другие игры люди играют одновременно, блядь. И даже не лагает, блядь, при том, что я в другом континенте нахожусь, а по рекламе надо не менее 500 километров находиться, да, от сервера онлайна. Насколько я знаю, в Европе нету, да. Это пиздец, и я просто, когда первый раз услышал, да, я в это не поверил, конечно, думаю, ну что за хуйня, блядь, что это, блядь, нахуй, что они пиздят, матрица какая-то, блядь, пиздоболы, народ, и лохотрон какой-то делает, да, даже потом конференцию я потом увидел, все равно не поверил, как они в Crysis играют, там, на ноутбуке, блядь, потом прошло, там, куча времени, и все равно, блядь, уже начали появляться какие-то еще конференции, еще они и в планах и строят. Я думал, они загнутся. Я уже так прихуел, все равно не поверил, блядь. Но там еще полгода прошло, блядь. И на E3 начали показывать этот геймплей, реальные обзоры там первые появились, блядь. Кто-то там пароль украл. Я вообще охуел, блядь, как такое может быть. Но я все равно думал, я в это поиграю лет через 5, наверное, не раньше, блядь. Это пиздец, блядь. Блять, а мне сегодня чувак, адепт, написал, нахуй, сделай обзор онлайн. Я говорю, как я сделаю, нахуй? Я, конечно, видел все, я все ролики на ютубе посмотрел про онлайн, да? Все вообще, как я сделал, если я не играл, как вы. А он говорит, можно зайти и поиграть, играть бесплатно. Вообще, я зашел, охуел, она заработала сразу, вообще без тормозов, блядь, практически никаких, не намного больше тормозит, чем на приставке, да, управление. То есть это пиздец, только вообще, я, блядь. Это просто пиздец, это, блядь, это надо просто, блядь, вот посмотрите, вот запускаем игру, да? Вот мои игры, да? Так, блядь, мои игры. Так, найти игры. Это просто пиздец. Вообще, вот тут все игры такие, все новые, все вообще. Вот какую запустить, вот я не знаю, вот Бэтмена вчера вот ночью играл, сегодня полчаса проиграл, вообще не тормозит, можете представить, меня даже ни разу не ударил никто, это вообще пиздец. Я, кстати, Бэтмена прошел, нахуй, вообще на эксперте, да? Вообще, это же не знаю, какую игру, нахуй, запустить, столько игр, просто пиздец, а ребята, а? Пьер, вообще, нахуй. Вот, Unreal Tournament, а? Онлайн покажу. Онлайн с пингом 0. Представляете, пинга не может быть никакого задержек вообще. Потому что она сразу идет на сервере, все соединяется. Так. Вот смотрите, сколько она загружается. Быстро, вот как будто прямо на этом. Вот так надо еще настроить. Вообще, да, джойстик сразу, просто Xbox сразу определяет джойстик и играет нормально. И даже вот эта кнопка, да, центрально работает со всеми штуками. Ой, блять, ребята, прикиньте, у меня опять комп завис, это заебало. Это, видимо, от перегрева, у меня харды перегреваются, поэтому я новый комп беру. С одним корпусом только за $850 Thermaltake Level 10. Так вот, такой пиздец. Сейчас я попробую обратно вернуться и найти эту игру Unreal Tournament, чтобы показать, насколько это... Просто невозможно поверить, что это реальность. Никакие компы не нужны, нахуй уже приставки, блять. Вот, верьте мне, нету последней приставки, больше уже приставок, игровых не будет, потому что они нахуй не нужны, понимаете? Если с этой хуйней, вот с этой охуенной хуйней, это пиздец, блять, это просто, блядь, в любую игру можно, в любую секунду, блядь, выиграть, никакие, ничего не нужны, никакие диски, нахуй, блядь, записывать ничего не надо, там... Ничего устанавливать не надо. Все сразу же моментально работает, моментально сохраняется. Вышел он, сохранился момент сразу. Тут же это можно стримить, блять. Все. Обзорчики пилить, блять. Так. Блять. Вообще пиздец. Просто геймпад работает сразу же. Все, все. Никаких настроек. Вообще ничего не настраивал. Так. Ищи. Ну, видимо, тут мало один сервер только, да, потому что просто это демо-версия. Видите, сейчас просто нет серверов, опять что-то проглючил, или опять потому что демо-версия. Ну, давайте Instant Action нажмем, посмотрим, что будет. Deathmatch, наверное, с ботами, да? Но это ничем не отличается, прикиньте, синглплеерная.
от мультиплеерной игры. Блять, и любая, и это просто, и главное поразить, какие дешевые тут игры, цены. Можно на 2 дня, на Т, на там сколько, на 3 дня, на 5 дней купить подписку, да. Можно сразу всю игру купить, которую минимум до 2013-2014 года будет работать. Блин, посмотрите нахуй, блять, а как она работает, это просто поражает, блять. Вообще, ну, можно и не заметить, вот, на другом континенте нахожусь, блять, нахуй, вообще пиздец. А и она так работает, как должно быть, на 500 километров там, да? Просто фантазия, я, блядь, я хочу купить, я хотел уже там заказать, но там кредит нужно, американский, если кто знает, как этот хуячий кредит перевести, пожалуйста, напишите, и вы немедленно тоже тут регистрируйте, пиздец, вот я создал аккаунт, Абдулла его назвал, добавляйтесь Абдулла, смотрите, в момент посмотрите, что я тут делаю, вообще нахуй, и приставки, ничего не надо. Это просто охуеть. Да, я до сих пор не могу понять, как они так дешево сделали. Но я смотрел конференцию, там они говорят, почему это выгодно для всех. Потому что и разработчики платят только им отчисления, там 30-40%. Больше никому не надо платить за напечатку дисков, надо продавцам магазина платить не надо, там издателям не надо платить. Все просто, хорошо для всех. Это просто, а как они железо такое сделали, они объяснили, что систему разработали, да, во-первых, чип, который в реальном времени на лету все кодирует, это, да, и сервера, не просто сервера, а с графической системой, да, и потом еще они, вот если ты говорят, вот если покупаешь, да, при одну приставку, то она у тебя, ты с нее платишь, а работает она у тебя один час в день может, да, а тут у них сервер постоянно работает, и в результате дешевле все получается, и пиздец. Я просто не верю, как можно было это сделать, блядь. До сих пор вот играю, не верю. Я вот ночью поиграл, я проснулся, вообще думал мне, что это приснилось, какая-то охуенная хуйня. Это просто пиздец, блядь. Вот надоела игра, блядь, берем нахуй, блядь, выходим, блядь. Любой, блядь, это, блядь, да только смотреть. Я на iPad уже приложение, даже на iPad есть приложение. Там можно смотреть, Red Faction Guerrilla, охуенная игра. Я ее прошел на самом сложном уровне, то есть несколько раз. Просто пиздец, какая разрушаемость. Да, в любой момент можно сохранить ролик, что-то там наиграл, выложить. Вот тут же все моментально идет. Просто, блядь, это фантастика, это, блядь, будущее, нахуй, это пиздец, никакие компы, приставки, еще в тысячу раз можно повторять это. Тут 3D-графика будет скоро работать, поддерживаться, блядь, пиздец, блядь, это у меня нетворк-проблема еще, блядь, это же другому, блядь, и... вот это, может, посмотрим, так, старт-гейм, так, давай быстрее, че надо-то? Вот, смотрите, блядь, тут такая разрушаемость, блядь, она и лучше работает, чем, блядь, большинство игр, блядь. Это пиздец в онлайне. Ну, пиздец, считайте, как вот Call of Duty у вас работает, да, так же это и работает в синглплеерном режиме онлайне, блядь. Как тут все разрушаемость, блядь, вот управление сразу, все работает идеально, правда, что-то. Не могу молоты выбрать. А, тут разрушает одно время. Именно вот этим оружием, да? Вообще, про эта игра охуенная, я не хочу рассказывать, я про нее отдельно просто разговор делаю, как разрушаемость, там больше нигде такой разрушаемости крутой нет. Просто тут все ресурсы игры пошли на эту разрушаемость. И главная структура, она реалистично рушится, там, и там если какая-то подпорка, она не будет там на одной подпорке стоять. Блять, это фантастика, блять. Ладно, блядь. Давайте другой поиграем. Я, блядь, вообще просто, блядь, я слов нету, как это круто, блядь. Работать может на ноутбуке, на ноутбуке работает, блядь, на iPad, да, я даже посмотрел. Но пока может смотреть только. Уже по Wi-Fi можно работать с этой штукой, блядь, что тормозит-то? Пиздец, вот смотрите, тут вот арена есть, все, трейлеры можно посмотреть, да? Сейчас, вот. Блять, это просто охуеть, блять. Это, блять, я не знаю, как это назвать, это просто неописуемо просто, вообще, что какую-то хуйню какую придумать. Я до сих пор не могу поверить, блять, мне кажется, что у меня галлюцинации, нахуй, блять, уже пошли. Что такое может быть крутое, блять, работать, нахуй. Вообще пиздец. Арена, ведь все игроки сразу видны тут, кто что играет, а стримится автоматически. Вообще, блядь, пиздец, блядь. Видите, народ просто даже оставляет, и какие ресурсы фантастические, просто пиздец, блядь.
А по поводу того, что народ говорит, игры типа удалят потом, это полная чушь, потому что все дешевеет, жесткие диски дешевеют, и какой смысл удалять, наоборот, дешевле только сделают и все. Так. Эти игры. Блять, это как же это охуенно круто, а? Просто пиздец, а? Вот это вообще не играл. Видите, сколько? Это все реально, и это не просто, это реально, и все чуваки играют. И как столько может обрабатываться, я не понимаю, вообще фантастика, просто пиздец, блядь. Я раньше не понял, как YouTube работает, да? Что столько, блядь, там хранится, нахуй, блядь, не заспамливается ничего. Ну как это работает, блядь, я хотя всех, все слушал, блядь, что эти пиздели разработчики, Википедии все читал, нахуй. До сих пор не могу понять, как они это умудрились сделать. Просто пиздец, блядь. Никакие видеокарты уже не покупать не нужно. Ничего, блядь, нахуй. Никакие приставки не нужны. Вот единственное просто, что игр, может, таких тут нету, где которые на приставке. Ну тут, блядь, говна они не закачивают, в том-то и дело. Какой, блядь, никаких больше говёных игр, знаете, стимула нету говёных игр. Дело в том, что люди сразу играют и видят, нахуй. Если им нравится, они покупают подписку. Если нет, блядь, ну её нельзя пропустить, заставку. Блядь, все равно заставку нельзя пропустить. Так, ну так вот, еще они говорили о том, что на одном сервере, если игра слабая, может несколько сразу игр и штук 8 запускаться, если ты Лего Бэтмен, или вот игру типа это, ведь судя по этому хуевая графика, да? То есть просто пиздец. Нет, и другую, видите, сразу надоело играть, надо переключать, да? Переключаешь сразу. Пиздец, это просто охуеть, блядь. Это фантастика. Анша Абдули, блять, вообще Абдуль на выдумке хитра, но, блять, как это что придумали? Это просто пиздец. Вот вступайте в Абдуловерование, пиздец, я тебе буду хуячить обзор на этот онлайн постоянно, и сразу обзорчики отсюда хуячить эти, да? В общем, Анша Абдуль, вперед за Абдуловерование. Абдуль, Абдуль, Абдуль.